av så bor det en som ikke mange før har møtt. Приветствую вас, друзья, на нашем канале. Сегодня хочу показать, как раздушить мотор Mercury 40, 700-кубовый. Видео, к сожалению, как раздушить этот мотор в интернете не нашел. Помог мне в этой информации Володя. Ник у него на YouTube Turbo17. Спасибо тебе, Вова, огромное за эту информацию. Ну, так как я и сказал, что видео не нашел, информации на форумах никакой нету, решил создать это видео. Сейчас снимем колпак. Я вам все подробно покажу и расскажу, что нужно сделать, чтобы раздушить мотор Mercury 40. Почему пришла такая идея, чтобы раздушить мотор? Потому что двигатель больше оборотов 5200 выкручивать не получается. При максимальной загрузке 200-300 оборотов, это очень важно. После раздушки, я думаю, будет 5400-5500. При максимальной загрузке летом собираемся идти в путешествие и хотим с собой взять на борт 550 литров бензина. Но перед поездкой обязательно сделаем замеры и посмотрим, сможем ли мы такой объем бензина увезти. Сейчас я поверну машинку по максимальный уровень газа. И смотрите вот на это место, точнее сказать, вот на это, сейчас я вот возьму линеечку, вот на это место прижмется вот к этому ограничителю. При полностью открытом газе мы видим такую картину. Вот этот шток может опускаться еще ниже. И вот эти заслонки должны открываться еще больше до своих ограничителей. Сейчас чуть попозже я покажу, как они должны открываться. Можно это сделать вот так вот руками. Вот так они должны быть. Эти места должны быть параллельно своим ограничителям. То есть вот такой ход должен еще быть. Это дает еще 200-300 оборотов нашему двигателю, который выдает на данный момент всего 5200. При максимальной загрузке это очень важно. Вот если нажимать еще сильнее, то вот этот шток, который вот этот, он не дает ниже прожимать. А если мы его обойдем и нажмем ручками, можно под еще посильнее нажать, неудобно тут пальцем нажимать. Ну, суть самая понятна, что еще есть запас. Нам вот этот шток нужно укоротить на 6 миллиметров. Сейчас он по центрам отсюда и вот до сюда 11,5. Нам нужно его сделать 10,9. После того, как укоротим вот этот шток, нужно будет регулировать холостые также на 6 миллиметров. Ну, холостые мы отрегулируем, а может даже не будем регулировать, посмотрим. Это мы уже сделаем на воде сейчас. В этом нет необходимости. Вот, в общем-то, такая вот затея, ничего сложного тут нету. Сейчас снимаем этот шток, регулируем, ставим обратно и посмотрим, что из этого получилось. Вот эти заслонки должны будут открываться параллельно своим ограничителям. То есть вот так. Ну, так снимается шток. Вот такой вот он. Сейчас мы его будем укорачивать на 6 миллиметров. Пилится изумительно. Сейчас мы ее чуть подправим. Ну что, вот отпилил примерно на 6 миллиметров, может быть на 5. Гайка закручивается без проблем. Ой,
вообще без проблем. Вот она закручивается. Но с гайкой этот наконечник оставить уже не получится. Хотел нарезать резьбу дальше, но нет у меня такой плашки, чтобы нарезать. Ну и тут какая-то резьба выше самого вот этого вот места. То есть нарезать резьбу не получится. Оставим только вот это место. Только вот этот наконечник без гайки. Но наконечник накрутим на анаэробный герметик, который будет у нас в виде стопора. Гаечка нам не нужна будет. Вот у нас такой вид получится. Сейчас мы замеряем, посмотрим, сколько у нас получилось. У нас получилось ровно 10,8. Ну, маленько подрегулируем, тут ничего страшного. Пойдем ставить. Ставится все просто. Сначала загоняем вот это вот место вот в это отверстие. Вот эту вот штучку надеваем на этот шток. Она у нас как ограничитель получается. Ну что, пробуем надевать. Отлично все делать. Ну что, используем штангель-циркуль. Делаем замер. И у нас ровно от серединки до серединки получается 10,9. Не знаю, будет видно или нет. Вот такое количество резьбы остается. То есть гайку накручивать здесь некуда. Как я еще раз говорил, вот этот болт тоже нужно будет регулировать. Это холостой ход, но регулировать уже будем на воде. Сложного тут ничего нет. Также контрагайку откручиваем, регулируем. Сейчас посмотрим, сколько наша работа проделана правильно. Вот я сделал 10,9. Но у меня такое ощущение, что есть еще возможность вот так вот выжимать. То есть надо сделать походу как бы не 10,5. Сейчас будем пробовать. Вот на данный момент получается заслонки стали вровень с ограничителями. В итоге получили 10,8 от центра до центра. Сейчас по новой снимаю этот шток, сажу на анаэробный герметик. Вот столько осталось резьбы. Ее там практически не осталось совсем. Почти до конца закрутился. Ну что, взял я вот такой вот. Называю тут его фиксатор резьбы, кто-то называет его анаэробным герметиком, кто как. Это фиксатор резьбы синего цвета. Он не мощный такой прям сильный, что потом не открутить. Существует еще красный, который потом отгревать только с помощью температуры. Застывание в резьбе происходит за счет отсутствия воздуха в этой же резьбе. Откручиваем. То есть получается фиксаторы, как гайки, как таковой, больше не нужно. Опа, лишнего капнул. Все, закручиваем. Застывает, по-моему, схватывается в течение суток. Но нам не горит, зима длинная, до летнего сезона еще времени очень много. Ставим, еще раз меряем, на всякий случай, правильно все мы сделали или нет. И оставляем засыхать. Еще раз открываем полный газ и проверяем. Вот теперь заслонки открыты полностью. А все ограничители здесь, в этом месте стоят параллельно. Не ограничители, заслонки все стоят параллельно ограничителям своим. Дальше уже открывать физически возможности нет. То есть это максимальное раздушивание этого мотора. Ну что, вот подошло к концу это видео. Я вам показал, как снять ограничения с этого мотора. Еще раз повторюсь. Мотор Mercury 40 MH 700 кубовый, трехцилиндровый. Выдавал всего 5200. Надеюсь, на данный момент будет 5400, 5500. Для нас эти ограничения очень важны.
То есть мы их убрали, для нас это очень важно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока. Langt inn i skauen, ja, så bor det en som ikke mange før har møtt.